Причина захламления территории городской автостанции – рынок, который расположен неподалеку. Так городские чиновники прокомментировали ситуацию с мусором у автовокзала. Как мы сообщали ранее, многие жители Братска обратили внимание, что территория автостанции, где сейчас идут ремонтные работы, постепенно превращается в свалку. Глава городской администрации на днях заявила, проблема не в том, что здесь не убирают. Муниципальные дворники ведут уборку здесь два раза в месяц. А в том, что арендатор земельного участка самовольно расширил рынок, из-за чего и стало больше мусора. По результатам за последний месяц проверки муниципального земельного контроля, арендатор, который арендует земельный участок под размещение рынка, вышел за пределы арендованного участка, как со стороны дороги, которая ведет на Ильин, мы все видим там за территорией, да, так и со стороны от забора, который ведет к нашей автостанции. И очень плотно работает администрация центрального округа с этим арендатором, определяясь и заставляя его убирать тот мусор, который сегодня имеет место быть и летит по всей территории соседней от рынка. Эти кадры были сделаны сегодня днем. Как видим, администрация центрального округа пока неплотно поработала с арендатором. Добавим, ранее чиновники заявляли, ремонт на городской автостанции должен закончиться к 28 сентября.